Огромный привет вам, милые везунчики! Мы будем вязать с вами восхитительную сегодня шляпку, универсальную, которая подойдет всем. Я буду вязать на размер 56-58. Если у вас размер меньше, то возьмите крючок номер 3. Если мой размер, то 3,5. В любом случае, все у вас получится. Шляпка простая, мастер-класс элементарный, и вы с удовольствием будете носить такую классическую, легкую, комфортную модель. Размер полей вы можете регулировать, так как у нас повторяется раппорт узора. Всю шляпку мы вяжем полустолбиками, плюс идет полосочка столбиков с одним накидом, которые мы будем вязать крест-накрест. Поэтому поля могут быть шире, могут быть уже, как вам заблагорассудится. Проверьте свою плотность вязания, это аксессуары, вязать их нужно достаточно плотно, поэтому если вы вяжете расслабленно, опять-таки возьмите крючок меньше. Рафия — это очень податливый, удобный материал, можно вязать даже крючком номер 2, можно вязать и большим размером крючка. Эту восхитительную пряжу не только моноцвета красивейшие, но и мультиколоры, меланж вы можете найти, конечно же, в моем магазине. Проходите, приобретайте, она совсем-совсем недорогая. Экономичный расход, но в клубочке не так много метров. Рафия у меня от Fibra Natura. Сочный цвет, яркий, розовый, фуксия, оттенок 116-07. Просто прелесть. Я в одной цветовой гамме с собой в поездку взяла ниточки, чтобы у нас все с вами сочеталось красиво. Крючок у меня 3,5 из наборчика от Tulip. Проходите, смотрите, просто обожаю Тима Розы, Тима Ред и мои любимые наборы. Это самый маленький набор классика. Здесь 3 номера крючка. Чудные иглы и чудесная пластиковая классная линейка. Такая малышка, наборчик для поездки идеальный. Итак, рафия, какие у нас характеристики этой пряжи? 100% вискоза. Сразу хочу сказать, что не боится воды абсолютно. Можно обрабатывать паром, мыть все, что хотите. Мы уже с вами вязали из рафии сумочку, будем вязать еще. И всего 90 метров в клубке. Немного. Прямо скажем, такие внушительные клубочки, но там внутри картонная вставка, чудесная рафия, красивые оттенки. Есть и оттенки меланж. Можно вязать самыми простыми полустолбиками, столбиками из меланжевых оттенков. А мы с вами приступаем к вязанию шляпки. Итак, сначала мне нужно набрать для вязания сумок, таких декоративных аксессуаров. Ремни идеальные получаются из рафии. Мои самые любимые ремешочки из рафии. Итак, мы набираем 3 воздушные петельки. Когда я вяжу сумки, будь то рафия или хлопок, любая пряжа, я предпочитаю без ручек использовать крючки, потому что большая плотность. Объединяем соединительным столбиком в круг. Первый ряд вяжем воздушную петлю подъема. После воздушной петли подъема я делаю накид и внутрь колечка провязываю 10 полустолбиков. Раз, два, и так далее. Всего 10. Провязано. Второй ряд. Накид. Находим первую петельку. Пересчитайте количество петель. 10 их должно быть. И по 2 планки мы провязываем с вами в каждый столбик во втором ряду 2. Раз. Сюда же второй полустолбик. И так далее. Раз, два. И количество столбиков у нас во втором ряду становится равным 20. Готово. Мы провязали 20 столбиков, пересчитали.
Давайте прикрепим маркер на последний столбик, для того чтобы мы далее не путались, так как мы вяжем по спирали. Третий ряд мы будем вязать через 2 столбика прибавка. Итак, вяжем столбик в столбик. 1, 2, в третий 2. 1, 2. Снова 1, 2, прибавка. 1, 2. Это третий ряд. Третий ряд мы закончили. И теперь мы будем с вами вязать прибавки через 3. 1, 2. Первый столбик я прикреплю маркер. Три. Прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Пятый ряд через 4. 3 столбика я провязала, 4. Вешаю маркер. Будет первый столбик этого ряда. И далее прибавка. Четыре. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И вот так поджимаем руками, уже формируем макушку. Готово. Далее 6 ряд. Здесь мы будем прибавку делать через 5 столбиков. 5 провязали, в 6 мы вяжем 2. 1, 2. Не забываем маркер, чтобы нам не теряться. Маркеры у меня, кстати, от Tulip. Вот они с собой. Мои любименькие. 1, 2, 3, 4, 5. И на 6 раз прибавка. И снова 5, прибавка. Вяжем так до конца. Чуть-чуть у нас уже должно скругляться наш мотивчик. И наконец 7 ряд мы вяжем прибавки через 6. 1, 2, 3, 4. Прикрепляем маркер и вяжем 7 ряд. Так, наконец 8 ряд мы будем прибавлять через 8. Внимание, через 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. Маркер нам уже не нужен. И опять через 8. Вот что у нас с вами получилось. Должно быть примерно 56 петелек. Поэтому, если
у вас их больше, меньше, то либо прибавьте еще прибавочку, либо убавьте, либо не делайте одну прибавку. И, наконец, эту часть шляпки мы связали. И теперь мы вяжем так. Пропускаем один столбик и вяжем столбик с одним накидом. Накид. Возвращаемся обратно в столбик, который пропустили. Вяжем столбик с одним накидом. И повторяем так до конца ряда. Пропускаем столбик. Столбик с одним накидом. Накид. Возвращаемся обратно. Столбик с одним накидом. И так весь ряд. Должно у нас получиться в этом ряду 28 крестиков. На этом первую часть мастер-класса я закончу. Дальше будем вязать околышек и поля шляпки. Надеюсь, что у вас все получится очень легко. Можете слегка пыхнуть паром. Можете даже прогладить макушку. Такая красота у нас с вами получается. Все, до следующей части, дорогие мои. Жду вас в магазине. Приобретайте великолепную рафию. Будем вязать дальше. Еще сумочки, еще шляпки. Проходите в магазин, выбирайте необходимый вам оттенок прекрасной рафии. Можно эту шляпку вязать, конечно же, из мультиколора, так как она универсальная, классическая, но с небольшой изюминкой. Не бойтесь ВТО, не бойтесь прикасаться через проутюжильник к этой пряже, придавайте форму. В общем, я в прекрасном настроении и надеюсь, скоро мы с вами свяжем эту шляпу буквально за 2 дня. Все, целую вас, обнимаю, жду в магазине. Потрясающие акции сейчас проходят очень успешно, их целых 10, поэтому обязательно ознакомьтесь. Какая-нибудь окажется вам интересной, полезной, много новинок. Проходите на natalimasters.ru, адрес нашего магазина, доставляем мы по всему миру, без исключения. Очень удобно звонить по номеру телефона WhatsApp, задавать любые вопросы. Отправляем быстро со склада в Москве, с ДЭК, Почта России. Все ссылки на пряжу, на инструменты, на акции, которые сейчас проходят в Натали Мастер Стор, вы найдете в описании под видео. Продублирую их, как всегда, в первом комментарии. Там же телефоны. Есть доставка до двери, очень дешевая доставка по самой Москве. Все, целую вас, обнимаю. До следующего мастер-класса. Пока-пока.